Всем привет, мои хорошие. Простите, что так не было долго видео. Да-да, сейчас школа. Я не могу снимать видео. Вы тоже по некоторым блогерам тоже уже видели. Те, которые пока что, по крайней мере, ходят в школу. Вот, например, к примеру, Катя Адушкина. Она сейчас тоже, вот, например, она уехала в Болгарию или уже вернулась. Я это точно не знаю. И вот, например, Софа Купер, Саша Айс, они тоже ходят сейчас в школу. И они тоже не успевают снимать для вас видео. И вот, к примеру, тоже я. У нас сейчас еще в школе новая программа. Я ее не до конца еще понимаю. У нас даже учителя не до конца ее понимают. Она вышла, наверное, год назад. И те, которые учителя еще не вели по новой программе, они еще не до конца тоже понимают. Я тоже в этом принципе тоже. Например, сейчас у нас 4 часа дня, и я пришла только со школы. Я вот решила снять для вас разговорное видео, то, что я никуда не делась, и то, что я не заболела, я никуда-то исчезла, вот это вот все. Просто сейчас школа, подготовка к школе, вот это вот все. Я не могла это все сделать. И сейчас мы еще вот перед школой, мы ходили, убирали школу, мыли парты, почти что красили. Просто, правда, у нас красили это родители. И вот так вот получается все. Я сейчас была в школе, мы сейчас решали геометрию. Геометрия у нас, получается, у нас там очень сильно сложные задачи. Мы ее решали где-то с моей подружкой Ксюшей, и, получается, мы их решали, и наконец-то решили подойти к учителю и спросить, как ее решать. Учитель наш тоже почти не до конца все понял, потому что эта задача как бы для 9 класса, а я сейчас только в 7, и вот взрыв мозга, и никто ничего еще не понимает, вот это все, новая программа, все учителя тоже точно так же, в небольшом шоке. Например, у нас по русскому языку, мы сейчас, например, проходим климат, погода в русском языке. Надеюсь, на выходных я вам сниму back to school, то, что лежит в моем портфеле, потому что пока в августе я не сняла back to school, например, подготовка к школе, что лежит в моем портфеле, и вот я решила в сентябре, наконец, месяце снять back to school, да. Кто не знает, я это видео снимаю, какое? 7 сентября. Надеюсь, оно выйдет сегодня или завтра, или вообще послезавтра, или вообще в середине сентября, или вообще в конце сентября, или вообще в следующем году, я вообще не знаю, если время покажет. И вот сейчас я вот сижу и вот решила снять для вас разговорное видео, что я никуда не пропала. Да, учитесь тоже хорошо, я вам этого желаю, и мне уже скоро уроки надо делать, хоть сегодня и пятница. Это большой взрыв мозга. Я не успевала делать домашнее задание, еще ходить на танцы. Сейчас мне мама еще будет записывать на английский язык. Не знаю, как я это буду все складывать. И вот еще дополнительные вот эти вот у меня по английскому еще будет в школе дополнительные. Потом еще, в общем, получается, это там. В другом городе будет английский преподаваться у меня. Еще дополнительные по геометрии, по алгебре, по вот этому все, всему. И вот так вот получается, и вот это вот все вот так вот смешать в кучу, и вот это вот просто невыполнимо. Так что не вините меня в этом, не вините никого, вините все, шоу. Шука. Ну и всем я желаю вам удачи и добра, и всем пока-пока.